История живого уголка началась со всем известной птицы – курицы, после чего парк стал наполняться новыми пернатыми и не только. Сегодня в уголке живой природы насчитывается порядка 50 различных видов животных, у каждого из которых своя история. Утки, фазаны, овцы, лошади, кролики и самые благородные обитатели – пятнистые олени. Грациозная пара была куплена в Гродненском зоопарке. Фазанов и павлинов приобретали у частного заводчика, а вот лисят просто принесли люди. Ну и, конечно же, лошади и ослики хорошо знакомы брещанам, ведь это они катают детишек на всех городских праздниках. Уголок живой природы является структурным подразделением парка культуры отдыха. В данном подразделении укомплектован штат специалистами, которые следят за соответствующим уходом и кормлением животных. В настоящее время в уголке живой природы находится порядка 100 особей различных видов животных. Ежегодно мы проводим работы по обновлению инфраструктуры данного подразделения. Это и строительство новых вольеров, и ремонт существующих вольеров. Буквально в 2021 году нами была построена голубятня, в которой содержатся декоративные виды голубей. Живой уголок притаился в глубинке парка, что создает какую-то необыкновенную и волшебную атмосферу. Снаружи он неприметен, но зайдя внутрь, попадаешь в мир любви и добра. В нем можно увидеть добрых животных, покормить удивительных зверей, известных по сказкам и мультфильмам из детства. И это здорово. Ведь не у каждого маленького посетителя есть возможность наведываться в гости к бабушке и дедушке, чтобы насладиться общением с благодарными животными. Здесь у нас 17 клеток для животных. Значит, вот куры, цесарки, куры павловские, фазанов, 4 разных этих пород, то же самое. Дальше лисы, насухи, вот павлины, куры, бентамки. Потом у нас еще эти козы, овцы. В общем, такой вот как бы кратко набор, который здесь мы содержим. Содержать такое беспокойное хозяйство трудновато, но здесь каждое животное находится под чутким присмотром 5 работников, которые безумно любят своих пушистых подопечных, а также есть ветеринарный врач, который следит за состоянием их здоровья. Серьезно здесь относятся и к питанию обитателей. Для обслуживания уголка предприятие закупает различные виды кормов и пищевых добавок, а также заготавливает корма самостоятельно, ведь угодить нужно каждому питомцу. В данный момент у нас где-то зерна порядка 1,5 тонны, морковки где-то тонны около 2, то же самое, значит, картошки где-то 8 тонн. Вот это самое сложное. Ну, потом готовить нужно, естественно. В этом году уголку живой природы исполняется уже 15 лет, а значит, само время показывает, что для жителей и гостей города это место отдыха и позитива необходимо.